Привет, ребята! Сегодня в этом видео я хочу показать вам еще 10 причесок на короткие волосы. Не думайте, что вы не сможете повторить эти прически, если у вас немного короче волосы, чем у меня, так как у меня отрастающая каре просто. Вот. Если вы хотите вторую часть такого видео, то ставьте на стоп в комментариях, оставляйте комментарий. Хочу! Так я буду уверена, что такое видео вы хотите, и сниму его. И давайте начнем. Погнали! Первая прическа – это самый простой способ сделать бантик из волос для самых ленивых девочек. Нам нужно сделать хвостик. Немного отступив, мы фиксируем еще одну резинку. И теперь мы проворачиваем наш хвостик через низ в середину. Теперь просто подносим его кверху. Нам понадобится две невидимки для того, чтобы зафиксировать часть бантика с одной и с другой стороны. Я раздвигаю часть бантика с одной и с другой стороны для того, чтобы придать ему красивую завершенную форму. И готово! Нам нужно сделать 4 маленьких жгутика и соединить их вместе. В конце каждый жгутик фиксируем резинкой. Все, что нам нужно, это соединить наши жгутики вместе. Убираем предыдущие резиночки, они нам больше не нужны. Для следующей прически нам нужно отделить часть волос сверху, сделать хвостик и вывернуть его в середину. С одной стороны мы отделяем часть волос, заплетаем обычную косичку, из которой вытягиваем пряди, это мое самое любимое, для того, чтобы сделать ее более объемной. И фиксируем у основания хвостика. Четвертая прическа очень простая. Это обычная косичка, в которой мы добавляем пряди, но при этом мы должны выделить каждую прядь. Это не колосок, а косичка, к которой мы приплетаем прядочки. В этой косичке пряди должны быть акцентом. Каждую из прядей можно немного вытянуть. И готово. Итак, пятая прическа. Делаем хвостик, выворачиваем его в середину. С двух сторон у нас должны быть заплетены две обычных косички, из которых, конечно же, мы вытягиваем пряди, но и соединяем эти две косички с нашим хвостиком посередине головы. Для следующей прически мы заплетаем 4 косички. Первую косичку соединяем с третьей косичкой, вторую косичку с четвертой косичкой с помощью резинок. Отделяю прядочки с обеих сторон и фиксирую их посередине с помощью невидимок. И невидимки можно зафиксировать любым способом. Я решила сделать крестик, но вы можете сделать треугольник. У меня есть видео, в котором я показываю, как можно красиво закрепить невидимки на волосах. Если вам интересно, то ссылка будет внизу под видео. Теперь покажу вам вариант оригинальных хвостиков. Для этого сначала мы плетем водопад. Этот вариант водопада очень простой. Мы отделяем две прядочки волос и каждый раз добавляем прядь посередине из общей массы волос. И потом прикручиваем эти две основных пряди между собой. И снова добавляем прядочку из общей массы волос. Потом снова перекручиваем эти две основные пряди и так делаем до самого конца. Делаем два хвостика и наша прическа готова.
отделяем часть волос сверху и делаем хвостик. Снова отделяем часть волос, делаем хвостик. Шаг за шагом делаем хвостики. Разделяем первый хвостик на две части и обхватываем следующий хвостик, фиксируя при этом резинкой. И так делаем с каждым хвостиком. Думаю, что этот вариант вы уже не раз видели в моих видео, но никогда, наверное, не подумали бы, что такую прическу можно сделать и на короткие волосы тоже. Теперь хочу показать вам еще один вариант хвостика. Отделяем заднюю часть волос и делаем хвостик. А боковые части разделяем на два. И сначала кладем верхнюю часть волос с одной стороны. Фиксирую ее шпилькой. Так будет удобней. Отделяю верхнюю часть волос с другой стороны. Кладу ее сверху этой пряди. Также фиксирую шпилькой. И теперь нижние части волос также фиксируем друг на друге. Соединяем это все резинкой. Наш хвостик готов. Очень надеюсь, что эти прически действительно для вас легкие и простые, несложные, так как я хотела сделать именно видео с простыми легкими прическами, на которые не нужно тратить больше 5 минут. Надеюсь, мне это удалось. Если так, обязательно дайте знать мне об этом в комментариях. Ставьте лайк этому видео. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать новые видео с прическами. И уже совсем скоро с вами увидимся. Пока!